Саженцы аквилегии, водосбор, обыкновенный барлоу, бордоу, барлоу, аквиладжа вулгарис, гибридного сорт, произрастающий в России, США, Европе и Китае. Растения спокойно переносят холода и засуху. Саженцы закапываются в рыхлую, обогащенную питательными веществами почву в затененном участке. При рядовой высадке стоит соблюдать дистанцию между посадками в 40 см. Для обильного цветения в ямке желательно подмешать компост. Взрослое растение достигает высоты в 75 см. Аквилегия имеет махровые розово-белые соцветия, которыми можно украсить любую флористическую композицию. Аквилегия, обыкновенная барлоу-бордо-барлоу, это травянистые высотой 25-30 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август. Окраска цветка красная, махровые. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.